Детские технопарки начнут проводить онлайн-уроки. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». Прямо сейчас расскажу подробности. Официальный сайт мэра Москвы сообщает о новом формате онлайн-обучения, который осваивают детские технопарки. Первым новый формат начал использовать инжиниум МГТУ имени Баумана. Здесь разработана программа «Курс молодого инженера». Данный курс рассчитан на преподавателей школ и учащихся. Занятия можно приступать после регистрации на сайте. В ходе курса расскажут об организации в школе инженерного кружка, о создании своей лаборатории и приемах мотивации детей. Предусмотрено 16 занятий по 3D-моделированию, робототехнике и цифровому материаловедению. Новые уроки будут открываться в личном кабинете 2 раза в неделю. Один урок длится 1,5 часа. В него входит видеолекция и самостоятельная работа. Курс можно пройти без выполнения заданий, но в таком случае нельзя получить сертификат МГТУ имени Баумана. На этом у меня все. Следите за новостями столицы и не только на сайте mayamsk.online. Всего доброго!